ж, друзья, будем смотреть правде в глаза. Хотя бы раз такое случалось со всеми. Конечно, не дома. Дома наверняка у всех есть штопор или нож сомелье. А у некоторых типа меня целая коллекция. Типичная ситуация – это спонтанное желание выпить где-нибудь на природе, желание встретить закат у моря или же поездка за город, к которой вы не слишком хорошо подготовились. Все шло отлично, почти идеально, пока не пришло время откупоривать бутылочку вина. Не хватает одного – штопора. Что ж, остается импровизировать. Существует как минимум 4 альтернативных способа открыть бутылку вина без использования штопора и без ущерба для собственного здоровья и здоровья других. Посмотрим на них. О методах проталкивания пробки в бутылку разными предметами, типа туши для ресниц, я корректно умолчу. Первый метод – метод обуви. Он почти не требует пояснений. Заключается он как раз в том, чтобы открыть бутылку вина с помощью обуви. Отличные результаты даже при использовании полотенца. Как это работает? Этот метод основан на многократных ударах дном бутылки по гладкой вертикальной поверхности. Таким образом, функция обуви – смягчать удары. Из-за явления кавитации газ, содержащийся в бутылке, постепенно вынуждает пробку выходить из ее горлышка до тех пор, пока ее можно будет удалить вручную. Метод молотка и шурупа. Это правда, найти молоток и шуруп в месте, где даже штопор не найти, не так уж и очевидно. Но никогда не говори никогда. Механизм очень простой. Вставьте винт в крышку, затем вытащите его столярным молотком, раздвоенным или плоскогубцами. Третий метод – метод металлической вешалки. На самом деле способ немного громоздкий, но полезный при отсутствии других ресурсов. Используется дешевая металлическая вешалка, построенная путем моделирования простой железной проволоки. Расправив крючок, нужно сформировать еще один меньшего размера, как рыболовный крючок. Затем вставляют крючок между крышкой и внутренней стороной горлышка бутылки, пока он не достигнет нижней части крышки. После этого просто зацепите колпачок и снимите его, потянув за крючок вверх. Метод велосипедного насоса. Этот метод редко используется по двум причинам. Во-первых, он предполагает наличие не только велосипедного насоса, но и иглы из тех, что используют для надувания воздушных шаров. Во-вторых, эти два предмета легко найти в доме спортсмена, человека, заботящегося о своем здоровье, который убежден, что он не пьет из-за пищевого фундаментализма. И такой человек вряд ли был бы в числе наших друзей. В любом случае, механика метода велосипедной помпы очень проста. Ставить иглу в пробку, накачать и откупорить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски Виноголика.